15 сентября. Персик начал осыпаться, падать. Тут еще много на ветках висит. Ну, уже, наверное, ветра полтора уже, наверное, занесли. Сейчас он тоже собрал. Такие вот размером. Грамм по 50, наверное, есть. А там вот на том дереве, там вообще крупные. Но все равно урожай очень хороший. Вот он. То, что вот ведро собрал. И тут еще сколько много. Это все вот одно дерево. Тут другое дерево. Вот это дерево второй год начало плоданность. Оно немножко в тени. Ну что интересно, здесь покрупнее плоды. Тоже сплошь все усыпано вот. Там-то с румянцем, где солнце попадало. А здесь вот немножко тенечки, но тем не менее крупные тоже вот. Вот они все. Вот, все висит. Тут вот, вот. Там, тут. Вот. Замечательно, наверное.